День народного мастера отметили в Якутске массовым шествием в национальных костюмах. На улицу вышли свыше 400 человек, которые представляли 22 района республики. Мероприятие приурочено к республиканской выставке-ярмарке «Якутия мастеровая». Колонны двигались от площади Орджоникидзе по проспекту Ленина, а завершился парад грандиозным осохоем. Всего в Якутии насчитывается свыше 200 обладателей звания «Народный мастер» и более 350 мастеров народных художеств. Промыслов. День народного мастера отмечается в Якутии 5 марта. Праздник был утвержден в 2012 году указом Егора Борисова. В принципе, это даже не костюм, это повседневная одежда. Я в ней хожу уже много лет, а вот очки новые. Дело в том, что они же снежные, от снега очень ярко глаза слепит. А современные, вот, которые делают металлические, они очень холодные. Вот мы с моей невесткой Таисией придумали, что очки будут берестяные и обшитые соболем. И получается тепло и защищает глаза от солнца. Я в холода так и ходила, но, правда, еще не всем, видимо, привычно. Всегда останавливают, спрашивают, кто шил, где купили. Но это самоделка. Я просто... посмотреть приехал на народные костюмы. Ну, и тут были мои земляки, мексиканские. Мы с ними прошлись по Черникита и пешком в этой колонии. Так что, ну, в этой одежде я одеваю на праздники, на Новый год, на это, ну, чтобы мне комфортно, тепло и очень хорошо.